Здравствуйте, это прогноз погоды с Юнисом на телеканале ПС. Тяжкое бремя выпало мне прогноз погоды вещать. И главное, хочется радовать вас, но нужно и правду сказать. Так что вот вам самый честный прогноз погоды на 21 мая в Архангельской области. В Котласе сегодня плюс 23 днем. Ясно, вечером возможна гроза. В Плесецке малооблачно, гроза, слабый дождь и плюс 28 градусов на термометре. И в Вельске также жаркая весна. Там сегодня небольшой дождь, гроза и температура воздуха плюс 27. И, конечно же, о погоде в Архангельске. Утром 22, ясно, ветер умеренный, днем небо затянут легкие облака, возможен дождь, температура воздуха 21 градус. Вечером прекрасная погода, малооблачно, ветер слабый и плюс 16 на термометре. Вот оно какое наше лето, лето яркой зеленью одето, лето жарким солнышком согрето, дышит лето ветерком. Ля-л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 я